Я Дрельмен. Успейте поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды, если вы хотите, чтобы я уничтожил всех скибидистов. 1, 2. Ну что же, друзьяшки, я вас приветствую. С вами я, Жабка, и, конечно же, мой дружище без штанов. А где мои штаны? Я не знаю, где твои штаны. Давай быстренько их одевай и готовимся к ролику. Ну да, друзьяшки, всем здорово. Ну и сегодня у нас прячи ищи с очень эксклюзивными мутантами. Да-да, вы будете все в шоке. Опять жрет, друзьяшки, за монитором. Хватит, нам уже ролик пора снимать, готовиться и так далее. Не, ну а на самом деле, если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Ну все, я уже покушал, жаба. Красавчик. И в этом выпуске у нас, кстати, будет 3 испытания. Это гоночки, проверочка на силу, ну и эпичная битва. Стой, жаба, я думал, мы будем по одному мутанту спавнить. Не-не-не, сегодня будет по 3 мутанта. Еще раз повторюсь, для скорости, ну и так далее. А, ну ладно, пойду заспавню еще 2 мутанта. И ты, кстати, тоже прячь. Ну я сейчас этим займусь. Но вот эти вот друзьяшки сегодня попадают в видеоролик. Если вы тоже хотите попасть, то напишите самый-самый лучший коммент. Ну а для своего подписчика я спрячу вот такого вот мутанта. И надеюсь то, что ты меня не увидишь. А я тут тоже в городе катаюсь, надеюсь на тебя не нарвусь. А я уже местечко кое-какое приметил. Если что, мы прячем еще за пределами города. Поэтому, дружище, сегодняшний выпуск будет сложноватый. А, это из-за того, что много мутантов? Ну да, это все из-за того, что у нас по 3 мутанта. Ну что ты там, прячешь 2-го мутанта? Да уже давным-давно прячу. И я, кстати, не знаю, куда можно его девать. Слушай, оставлю-ка я его прямо на видном месте. Жаба, твои видные места вообще не видны, понимаешь? И так всегда. Да ладно тебе, ты будешь ездить и сразу же увидишь его. А у тебя там как дела, кстати? Ну, я уже 2-го мутанта спрятал себе. И, кстати, очень даже хорошее место. Только оно слишком банальное, оно у нас почти в каждом видео. Подожди, мне показалось или ты сказал себе, а не мне? Да не, тебе, может я оговорился и тебе послышалось. Ну ладненько, тогда я пошел прятать еще одного мутанта, последнего. Друзьяшки, я нашел такую топовую нычку. Мой строитель вообще этого мутанта никогда не найдет. Вот по этой части тела вы можете догадаться, что это за мутант. А это у нас... Ну в целом вы видите, кто это. Это что, моя новая построечка что ли? Да ты их в день по миллиону строишь. Может и новая, может и нет. Кто его знает? Надеюсь, я думаю, это то, о чем я думаю. Надейся. Ну вот, в целом мы все спрятали, поэтому пора искать. Слушай, мне кажется, в этом выпуске я вообще твои постройки не найду. Не, жаба, я спрятал в своих любимых нычках, вот как обычно, короче. В каждом ролике так прячу. Слушай, можешь на Эвке подлететь и посмотреть, я рядом с мутантом или нет? Просто это та самая нычка, где ты постоянно прячешь. Знал бы я, где ты. Около небоскребов я. Нет, я в этой нычке в основном ничего не прячу. Ну вот, бывало пару раз. В основном? Ну да. В основном я там где-то в мэрии прячу. Подождите-ка, у меня есть идейка. А что если заглянуть внутрь небоскреба? А-а-а, понятно все, слушай, я его нашел. И как мне до него теперь добраться? Ты реально его нашел? Да, и я даже, кстати, не знаю, кто это. Давайте взглянем. А это у нас большой ТВ-мен. Ну ты и шалунишка, как ты его нашел вообще? Короче, я решил посмотреть внутрь небоскреба, а нашел твоего ТВ-мена. И кстати, а это какой мутант? Первый или второй? Конечно, второй. А, это для 2-го испытания, ну ладненько. Кстати, жаба, совпадение, я нашел твоего 2-го мутанта. Вот видишь, я же тебе сказал то, что он находится на самом видном месте. Вообще, за городом, я думал, ну то есть нельзя выезжать за железную дорогу. Да можно, дружище, отправляйся. А сейчас я тоже отправлюсь искать следующего мутанта.
Я вновь уселся за тачечку, и мне бы сейчас найти твоего мутанта еще одного. Да они близко друг к другу, жаба. На 100%? Знаешь, жаба, мне надоело кататься на тележке, поэтому я буду на НЛО летать. Окей, окей, братишка, летай. Все равно мутанта не найдешь. А я вот мусорку попытаюсь осмотреть. Вдруг там что-то будет. А я буду тебе мешать. Лучше не надо мне мешать. Хотя погодите, если ты мне мешаешь, то это значит то, что тут где-то должен быть мутант. Ты его не найдешь. Но мне надо пока что по горам полетать. 100% где-нибудь в горах. Окей, окей, братишка, давай ищи. А я попытаюсь найти твоего мутанта. Погоди, погоди, погоди. Ты спрятал ТВ-мена тоже в текстурке? Да блин, ты его тоже нашел. А, ну я твоего тоже, кстати, нашел. А кого ты нашел? Элитного Глокмана. Стоп, как я понял, у меня сегодня будет команда злодеев, а у тебя команда добра, да? В смысле элитного Глокмана? И да, почему Глокман злой-то? А, походу, жаба не смотрел серии. Он, короче, антагонист. Предатель, я бы сказал. Я подтверждаю то, что я не смотрел. Да блин, почему я не могу найти третьего мутанта? Я уже всю карту несколько раз облетел. Но так и не могу его найти. Жаба, ты как его спрятал вообще? Ну, скорее всего, так же, как и ты спрятал. Потому что я думаю то, что твой мутант находится вообще за городом, да? Ну, да. Я вообще близко? А, я не знаю, где ты находишься. Не-не-не, ты не близко, вообще не близко. А я близко, по-твоему? Ну а где ты, маленькая ты желтая штучка? Я по трассе езжу, ты не видишь меня? Ой-ой-ой, ты очень близко. Прямо очень близко? Да не, вообще не близко, тебе кажется. Ну ладно, братишка. А ты там, кстати, где летаешь? Ой, впечатался, блин! А, ну ты лох, впечатался. Опа, опа, братишка. Да-да-да, братишка, я тоже мутанта увидел, походу. Ты увидел мутанта? Хотя я вообще не про него говорил. Я говорил то, что скидки в соседнем магазине. Понимаешь, то, что если бы я не врезался, я бы это не заметил. И я сразу же понял то, что это Титан ТВ-мен 3.0. Да блин, тебе сегодня слишком везет. А ты моего мутанта там нашел, нет? Я могу сказать только одно. Шкебеди, шкебеди, ха-ха-ха, ТВ-мен. Погоди, хочешь сказать то, что ты нашел его? Нет, я никого не нашел. И вообще, жаба, как ты до этого додумался? Нычка просто имба. Чисто по случайности ее нашел, понимаешь? Ну, в общем-то, мы нашли всех мутантов, а сейчас мы сделаем топовые испытания. Ох, ну наконец-то первые испытания. Это, конечно же, гоночки. Играем до 2 побед. 1, 2, полетели, братишка, давай, помчали. Нет, ты никуда не поедешь. О-о, давай, развернись. Нет, Глокман быстрее, все же мой. В смысле твой, это мой теперь. Но все равно, красавчик. 1, 2. Куда ты поехал, я же даже 3 не сказал. А ты тоже фальшстар заделал, поэтому все честно. Получи ракетами, жук. И Глокман у нас побеждает в гоночках. Ну да, он красава. Быстренький очень, быстренький. Ну а сейчас мы приступаем к следующему испытанию. Следующие персонажи, если вы забыли, это Большой ТВ-мен и вот такой вот Скибиди-дракон. Ну и наше следующее испытание это проверочка на нашу силу. Или же надо попытаться уничтожить вот такое вот здание. Это, если что, очень старая тюрьма. Не будешь меня слушаться, я тебя засуну в эту тюрьму, понял? Кстати, хорошая идея для видео. Натор 100 дней в тюрьме. Ну и кто первым будет уничтожать? Давай ты! Ой, ну раз ты мне уступаешь, то хорошо. Ну и что же ты с этой тюрягой сделаешь? Офигеть, вот это лаги! Вот это разрушение! Давай, братишка, опа, своей головой, давай, побольше. Блин, вот это, конечно, эпично, ням-ням. Ты больше головой эту терягу уничтожил, чем пушками, жесть. Ну, кстати, да, давай теперь ты попытаешься. Пуляем по этой тюряге и ничего, к сожалению, не наносим. Бедненький ТВ-менчик, какой-то он вообще слабенький, ты видишь?
Всем постам, помогите, на нас напал Тьюмен. Пушки вообще максимально слабые. Только если сделать вот так вот. Переспавнится в это здание и все равно выглядит как-то не очень. Эпичности ноль. Ну, значит, ты проигрываешь. Что тут сказать? Давайте еще 2 секунды попытаемся уничтожить это здание. И, к сожалению, нет. Мои силы на этом закончились. Еее! И снова я выигрываю. Получи тогда люлей, скибиди-дракончик. Нет, это ты сейчас получишь. Ам-ням-ням. Хотя я тут так подумал, давай с тобой выясним, кто из нас сильнее в следующем испытании. Со следующими персонажами. Ну что, братишка, ты взял скибидиста себе? Конечно, взял. Ну давай, появляйся. Опачки, дымочек, и скибидист появился. А, ну все, тебе конец. Хотя стой, погоди. Чего погоди-то? А чё я двигать ничем не могу? Что это такое? Меч выше не поднимается. Погодите, я походу понял. Это улучшенный скибиди ученый. Да, уже полностью доделанный. Ну сейчас тогда способности у тебя попытаюсь уничтожить. Больно. Да, я пошутил. А как мне тебя тогда уничтожать, жучонок? А вот никак. Падай. Больно, слышь? А почему ты такой бессмертный? Да потому что я супер ученый, и ты реально поверил в то, что ты сможешь меня уничтожить? На самом деле да! Я тебя и уничтожу, дед! Берем, щупальцами сносим! На, получи! А ты ничего не замечаешь? Да нет, вроде все замечательно! Больно, ты что сделал? Бензин течет. Хе-хе-хе. И дед куда-то пропал! А нет, он тут! Бедный Тьюмен! Опа, у тебя уже джетпак взорвался! Хе-хе-хе! Ну взорвался, да, но ничего! Я щупальцами попытаюсь себя уничтожить! На! Вот тебе по колонкам! Нет, только не мои колоночки! А ты вообще удивлен то, что я еще жив? У меня ног нету! Я очень удивлен. Ну реально, а как ты жив? Каким-то способом остался жив! Ликвидация начинается! Шалеть, ты видишь это? Все, друзьяшки, походу конец Тьюмену. Ну все, тебе пипец. Скибиди ученый взял и уничтожил бедного Тьюмена. Это было проще простого, хотя ты тоже довольно сильный. Ну и в сегодняшнем выпуске мой строитель побеждает со счетом 3-0, как и в предыдущем выпуске. Да потому что ты мне сегодня очень хороших мутантов позаспавнил. Даже этого ученого, которого я очень сильно ждал. Ну я старался заспавнить специально для тебя имбу. Но я, конечно же, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск. Вы поставили лайк, подписались на канал, ну и написали топовый коммент. Ну а с вами был я, Жабка. Ну и строитель скиблитуалет НАТО. Всем удачи! Ну и конечно же, пока-пока!